Первый закон Ньютона. Пустим шарик с наклонного желоба. Прокатившись по горизонтальному желобу небольшое расстояние, шарик останавливается. В том, что остановка произошла именно из-за песка, нетрудно убедиться, добавив песок в желоб. Повторив опыт, убедимся, что расстояние, пройденное шариком, уменьшилось. Теперь очистим горизонтальный желоб от песка и проведем опыт еще раз. В этом случае шарик перемещается вдоль всего желоба почти без замедления. Эти и подобные им опыты привели к заключению, что причиной остановки шарика является трение. При уменьшении трения время движения увеличивается, а скорость шарика меняется все меньше и меньше. Теоретическим обобщением опытных данных является первый закон Ньютона, или закон инерции –